Начнем традиционно с хроники коронавируса на 10 апреля и в начале по Славутичу. Первичных обращений с признаками ОРЗ трое, из них один ребенок. С пневмонией 0, подтвержденных или случаев заболевания коронавирусом нет. Всего по Украине болеют 3102 человека. За пятницу и выходные заболело 899 человек. То есть об введении сокращенного карантина, как вы понимаете, не может быть и речи. Выздоровело 97 человек, умерло 93. Начиная с субботы у нас положительный момент по выздоровлению. Больше, чем смертности. По Киеву заболевших 495 человек. В Черниговской области 9. В Черновецкой 462. И некогда славной Николаевской области 5 заболевших коронавирусом. По миру 1 850 220 человек, умерло 114 218. Лидирует по-прежнему Соединенные Штаты Америки, 561 103 человека умерло, и здесь тоже США лидирует, 22 106 человек. По России заболело 15 770 человек, умерло 130 человек. По Беларуси заболело 2578 человек. Здесь можно привести интересную статистику. В Украине на 1 миллион заболело 74 человека, в Беларуси на 1 миллион 273 человека и в России на 1 миллион 124 человека. А это видеоряд машин скорой помощи в Москве. По некоторым данным, для того, чтобы сдать одного заболевшего коронавирусом пациента, машина выстраивается и ждет в очереди около 9 часов. С точки зрения министра здравоохранения, в ближайшее время будет увеличено количество тестов в неделю. В настоящий момент проводится тестирование 30 тысяч в неделю, а в течение этой недели будет увеличено до 80 тысяч в неделю. Получена информация о том, что президент Украины обещает 1 миллион долларов тому, кто сможет создать вакцину от коронавируса.